Смотрите, ребята, какая вообще кайфовая капа, видите? Форма челюсти полностью моя. Вот, благодаря вот этой форме челюсти, эта капа идеальнейше держится на вашей... верхней челюсти. А сейчас я вам расскажу, как сварить эту капу и где лучше ее приобрести. Закипятить чайник с водой, налить в любую емкость и закинуть туда капу. Потом вы берете и трогаете ее ложкой, либо вилкой, до тех пор, пока что она не станет мягкая, как каучук. После того, как она разварилась, вы ее достаете и закидываете плотненько в рот. Изнутри большими пальцами лепите по форме нёбы, внешними пальцами лепите по форме ваших зубов челюсти. Вот так вот, изнутри и снаружи. Вот и все, ребята, готова суперкапа, сделанная из состава каучук. Она приняла полностью форму моей челюсти благодаря грамотной варке. Где приобрести эту капу? Ребята, ссылочка внизу в описании под этим видео. Приобретайте качественные капы, не пожалеете.